Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале Северное вязание. Сегодня мы с вами начнем вязать полукруглую шаль. Это очень простая шаль, связанная платочной вязкой и с такой простенькой ажурной обвязкой. Итак, я буду вязать ее из шерсти, но ее, в принципе, можно вязать из чего угодно. Хоть из шерсти, из мясовки, из хлопка. В общем, из всего, чего угодно. Можно из чего-нибудь махера, например, ангоры. В общем, это не суть важно. Сам смысл я вам покажу. То есть, самое главное, это как вяжется вообще принцип вязания полукруглой шали, да? И как потом перпендикулярно к этой шали, к открытым петлям, будет привязываться наш бордюрчик. Вот это такие самые основные моменты. Зная, как это вязать, вы сможете связать любую шаль из любого материала. Итак, я, как сказала, буду вязать из шерсти. Это Навита 7 братьев. Тут в 150 граммах 300 метров. Рекомендуют спицы номер 4. Состав здесь носочный. 75% шерсти и 20% полиамида. Итак, я рассчитываю уложиться в 450 грамм пряжи, то есть это у нас будет 900 метров. Так, итак, приступим. Значит, я беру спицы номер 4. Для начала я возьму чулочные спицы, да, но, конечно же, позже нам нужно будет перейти на спицы, на лески, потому что шаль будет очень быстро расти. Итак, также нам понадобится счетчик рядов, либо просто записывайте куда-то или ставьте там палочки, галочки, как вы привыкли. Вот. Итак, значит, сначала я вам покажу, как вообще начать вязать полукруглую шаль. Значит, ряд номер 1. Значит, на спице номер 4 я набираю 6 петель. Как набирать, это абсолютно не принципиально. Вот, я набираю совершенно обычным способом. Так, кончик я вот тут вот в этом моменте, я не знаю, как вы, я всегда делаю узелочек. Вот так вот. Вот. И, значит, приступаем к вязанию. Напомню, тело, основное полотно, то есть тело нашей шали, будем вязать платочной вязкой. Это значит, и в лицевых, и в изнаночных будут у нас лицевые петли. То есть это очень-очень просто. Итак, первый ряд. Кромочных у нас тут не будет. То есть первую и последнюю мы будем провязывать всегда. Да? Первая лицевая. Дальше. Из второй петельки нам нужно вывязать 2. То есть, сразу оговорюсь наперед, что мы прибавлять будем из протяжек, но так как это первый раз, тут у нас нету протяжки, ну, не из чего делать нам протяжку, да, поэтому здесь мы в первом ряду делаем прибавку вот таким образом. То есть, провязываем петельку за переднюю стеночку, и эту же петельку провязываем еще раз, только за заднюю стеночку. Таким образом, мы из одной петельки вывязали 2. Так, дальше 2 лицевые. И опять из одной петельки мы вывязываем 2 петельки. Так, и последняя петля лицевая. Вот, это наш первый ряд. Переворачиваем работу. Так, это второй ряд, чтобы не запутаться, да, я буду это все записывать. Значит, второй ряд. 2 лицевые. Прибавка. То есть прибавку я еще раз, да, повторю, что мы будем делать на протяжении всего остального вязания, мы будем делать из протяжки, потому что тут нам не нужны никакие лишние дырочки. Так, значит, вот протяжку мы взяли, протяжку, кто не умеет, да, одели ее на левую спицу, и тут же мы ее провязали в лицевой. Вот мы таким образом прибавили одну петельку.
Дальше. Одна лицевая. Опять прибавка из протяжки. Вот взяли протяжку, переодели на левую спицу и провязали. Так, дальше 2 лицевые. Опять прибавка. Дальше 1 лицевая. Прибавка. И 2 лицевые. Вот это наш второй ряд. Дальше третий ряд. Так, третий ряд. 3 лицевые. Прибавка. Дальше вяжем лицевыми, пока на спицах не останется 3 петли. Ой. Вот все петельки потеряла. Так, значит, пока не останется вот 3 петли, прибавка и 3 лицевые. Так, третий ряд готов. Дальше четвертый ряд. 2 лицевые, прибавка, вяжем лицевыми до последних, пока не останется на левой спице 2 петли. Так, вяжем аккуратненько, да, потому что чтобы, как я, не потерять петельки. Так, вот, осталось 2 петли. Мы делаем прибавку и 2 лицевые. Вот, готов еще один ряд. Дальше пятый ряд. Пятый ряд у нас 3 лицевые. Прибавка. И вяжем, пока на спицах не останется 3 петли. Вот 3 петли. Прибавка. И 3 лицевые. Теперь шестой ряд. Шестой ряд вяжется так. 2 лицевые. Прибавка. 3 лицевые. Прибавка. И теперь вяжем до конца, пока на спицах не останется 5 петель. Так, у нас на спицах на спице на левой осталось 5 петель. Теперь мы делаем прибавку. 3 лицевые. Прибавка. И 2 лицевые. Так, вот мы связали 6 рядов начала нашей шали. Теперь мы с вами вместе свяжем 3 ряда, вернее, извините, 4. И вот эти вот 4 ряда, которые сейчас мы свяжем с вами вместе, мы их будем вязать до самого конца, пока не свяжем достаточное по размеру тело, вернее, основное полотно нашей шали. Итак, приступим. Первый ряд. 3 лицевые. Прибавка. И вяжем до конца, пока на спице на левой не останется у нас 3 петли. То есть, как вы понимаете, с каждым рядом петелек будет становиться все больше и больше.
и каждый ряд будет занимать больше и больше времени, соответственно. Так, на спицах 3 петли, прибавка. Так. И 3 лицевые. Второй ряд. 2 лицевые, прибавка. И вяжем до конца, пока на левой спице не останется, соответственно, 2 петли. Прибавка и 2 лицевые. Так, разворачиваемся. Третий ряд. Так, третий ряд у нас 3 лицевые. Так, 3 лицевые, прибавка. И вяжем, пока на спице у нас не останется 3 петли. По размеру эту шаль можно сделать такую, какую вам надо. Можно детскую сделать маленькую, можно сделать огромную, чтобы там вообще укутываться в нее. Вот. То есть тут важно понять сам смысл, да, как это вязать. Так, 3 петли осталось, делаем прибавку и 3 лицевые. И четвертый ряд. Значит, 2 лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка, и вяжем, пока не останется 5 петель. Вот, в принципе, узор тут тоже может быть совершенно какой вы хотите. Можно там чередовать какие-то полосы и рисунки. Да, также кайму вам. Я вам покажу главный принцип, как ее туда привязывать. Любой рисунок ажурный, какой вам понравится, вы можете уже туда привязать. Так, значит, 5 осталось. Тут делаем прибавка. 3 лицевые. Прибавка. И 2 лицевые. Вот, вот видите, у нас уже подросло достаточно наша шаль. Вот эти 4 ряда мы будем повторять и все. То есть это очень просто. И будем повторять, я буду повторять до тех пор, пока вот от начала нашего моего вязания и до края вязания не будет полметра, то есть 50 сантиметров. Вот. И там мы с вами встретимся. Итак, я провязала 50 сантиметров вверх от начала нашего вязания. Размер шали вы можете выбирать любой сами. Я связала довольно большой такой размер, да, у меня сюда ушло 300 грамм, 2 мотка пряжи Навита 7 братьев. Дальше, вы можете выбрать себе любую понравившуюся вам кайму, где-то там, я не знаю, в журнале, в интернете, в книге узоров, да. Я выбрала для своей шали очень-очень простой узор. Он волнистый, такой не широкий и тоже платочной вязкой, чтобы как-то это гармонично смотрелось. Итак, вот я тут привязала себе новый клубок. Вы же можете дальше вязать, если у вас осталась ниточка, да, дальше вязать от клубка. Значит, на рабочую спицу мы набираем 11 петель. Так, 11, я перепроверю.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, значит, первый ряд, он такой установочный. То есть мы просто... Это получается у нас изнаночный ряд. Мы просто вяжем все-все петельки и кромочную тоже. Мы вяжем лицевыми петлями. Ну, просто чтобы закрепить, да, этот наборный ряд. И 11. Так, нет, одна лишняя. Итак, вот провязали 11 петелек, нить перед работой, как вы видите, и первую петлю нашей шали мы переснимаем на правую спицу и переворачиваем работу. Так, переворачиваем работу. Вот наш лицевой ряд, это первый ряд, которые мы будем вязать по нашей схеме, по схеме нашей каймы. Значит, выставляем первый ряд, и каждый лицевой ряд мы всегда начинаем с того, что первые две петельки мы вяжем 2 вместе лицевой. То есть это последняя петелька каймы и одна петелька нашей шали. И то есть так вот потихоньку петли шали будут у нас уходить, да? Итак, первые две петельки мы провязали вместе и дальше вяжем по схеме. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и лицевая, и кромочная. Вот наш первый ряд. Второй ряд, это просто все лицевые петельки. 11, или сколько там их уже, да? То есть кромочную мы всегда снимаем, да, первую. И вяжем наши петельки, нашей каймы лицевыми. Вот так вот вяжем, провязали. И здесь опять нить перед работой. И следующая, уже вторая, да, петля нашей шали мы переснимаем на правую спицу. И переворачиваем работу. Итак, третий ряд на счетчике. Лицевой, значит, мы вяжем его, начинаем лицевой ряд с того, что первые две петли мы провязываем 2 вместе лицевой. Вот так вот. Хоп. И дальше опять вяжем по схеме. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, значит, 3 лицевые, накид и лицевая, и кромочная. Это наш третий ряд. Четвертый ряд изнаночный. Мы вяжем просто все петельки лицевыми. Первую кромочную снимаем и дальше вяжем все петли лицевыми. И опять пришли в конец. Нить перед работой, и уже третья наша петля нашей шали уходит на правую спицу. И разворот. Значит, это у нас уже пятый ряд. Пятый ряд лицевой, значит, начинаем с двух
петель вместе. И дальше по схеме. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой, накид, 5 лицевых, накид и лицевая, и кромочная. Вот пятый ряд, разворачиваемся, шестой ряд изнаночный, значит вяжем его просто лицевыми петельками. Кромочную снимаем и дальше вяжем лицевыми. Итак, ну дальше вы уже поняли, да, наверное, как что. Значит, нить перед работой и петельку очередную мы снимаем на правую спицу и переворачиваем работу. Итак, 2 вместе лицевой. Так, это у нас 7-й ряд. 2 вместе лицевой и дальше по рисунку. 3 лицевые. Накид. 2 вместе. Накид. 2 вместе. Дальше 1 лицевая. 2 лицевые вместе. Накид. 2 петли вместе. Вот и кромочная. Значит, 8-й ряд, все петли изнаночные, кромочную снимаем, и все петельки пошли изнаночными. То есть я сказала, да, что раппорт у нас всего лишь 12 рядов, это уже 8-й, то есть понимаете, что очень-очень легкий рисунок я выбрала, но специально, честно говоря. Так, нить перед работой. И очередную петлю шали снимаем на нашу правую спицу. Итак, 9-й ряд. 2 вместе. Ну, тут, естественно, сами понимаете, да, что мы подтягиваем, чтобы не было никаких дырочек. Но в месте, где соединяются кайма и наша шаль. Итак, дальше 9-й ряд по рисунку. 4 лицевые. Накид. 2 вместе. Накид. И тут 3 вместе. Как это делается, кто не знает? Первую мы снимаем, не провязываем. Дальше вяжем. Так, я через камеру не очень хорошо вижу. Дальше вяжем 2 вместе. И вот эту вот, которую мы сняли не провязанную, перекидываем через эту. Вот таким образом провязывается 3 петли вместе. Дальше накид и 2 петли вместе. И кромочная. Дальше 10-й ряд. Изнаночный. Все лицевые. Вот видите, как тут видно этот место, где заканчивается кайма и начинается шаль. То есть вы этого не пропустите, да, и поэтому никаких маркеров, ничего такого я сюда не вешаю, да. То есть, но нить перед работой и переснимаем очередную петельку нашей шали. Разворачиваем работу и это 11-й предпоследний ряд нашего раппорта. Итак, 2 вместе, подтягиваем хорошенько и дальше по схеме 5 лицевых, накид, 3 петли вместе, первую снимаем, дальше 2 вместе и перекидываем, накид и 2 вместе и кромочная.
Вот 11 ряд, и теперь 12 ряд изнаночный, и значит мы вяжем его лицевыми. Кромочную снимаем и остальные все лицевые. И тут все то же самое, нить перед работой, переснимаем петельку на правую спицу, разворачиваемся и начинаем вязать наш раппорт от первого ряда. И таким образом мы повторяем эти 12 рядов нашего раппорта, нашей каймы, до тех самых пор, пока вот все-все петельки нашей шали не кончатся, не соединятся с нашей каймой. Вот и все. Видите, это очень-очень легко. Вот, смотрите, я провязала уже несколько раппортов этой каймы. Вот так вот она выглядит. Конечно, после того, как после ВТО она будет выглядеть еще лучше. Но и так, мне кажется, очень красивая. Она двусторонняя, так же, как и вся наша шаль. Вот такие вот плавные зубчики или волны. И вяжется очень-очень просто. Вот. Так вот это все выглядит. И продолжаем вязать, пока не кончатся все наши петельки шали. Итак, мы довязали с вами кайму до последней. Вот осталась одна петелька на нашей шали. И сейчас будем вязать, вернее, заканчивать вязание нашей шали. Итак, это у меня сейчас изнаночный ряд. Изнаночный ряд, да, мы вяжем просто лицевыми петельками. Первую кромочную снимаем, вяжем петельки лицевые. И последняя наша петля, с ними поступаем точно так же, как и со всеми. То есть нить перед работой и переснимаем ее на правую спицу. И вот наш последний ряд мы вяжем точно так же, да? Первые две петли мы вяжем две вместе. И потом вяжем этот последний ряд по рисунку, то есть как у вас там по схеме, неважно на каком вы ряду, как вы понимаете, закончите, то есть получится у вас провязать там целый раппорт, не получится, это тут никакой роли не играет. Итак, у меня это второй ряд нашего раппорта. Ну, у вас может быть там свой. И все. А в этом изнаночном ряду мы просто закрываем все наши петельки. И закрывать я предлагаю, вообще, хотя это не играет большой роли, да, но я буду, например, закрывать вот так вот. То есть вы закрываете, как вы привыкли. Первую я снимаю, вторую провязываю, да, и перекидываю. Первую через вторую. Опять я провязываю лицевую и перекидываю. Опять лицевая и перекидываю. То есть, ну, тут это вообще не играет никакой роли. Можно там, как вы привыкли закрывать, там, две вместе или крючком, там, или еще как-то. Вот, я просто, в принципе, как-то нас в школе вот так вот научили закрывать, я так и закрываю. Вот. Это получается, как мы с вами начинали вязание каймы с установочного ряда, да, где были все лицевые, так мы его и заканчиваем. Вот и все. Тут мы обрезаем ниточку. Протягиваем. И что нам теперь осталось, это спрятать наши красиво наши кончики и не полениться заблокировать нашу шаль. Она получилась
очень большая, такая прямо шикарная, то есть ее можно использовать и как шаль, то есть, ну, накинуть, да, на плечи, можно использовать и как, например, шарф, да, то есть такие очень длинные концы у нас тут, то есть можно вокруг шеи обмотать, вот. А, конечно, блокировка шали зависит от того, из какого материала вы вяжете. У меня довольно-таки толстенькая шерсть, тяжелая, да, то есть я ее просто постираю сейчас и разложу сушиться. Ну, то есть ровно разложу ее на полотенце сушиться, да. То есть, а если вы вяжете, например, из шелка или там мохера на шелке или из тоненькой ангоры какой-нибудь, да, то там, скорее всего, придется все-таки применить иголочки. Как мы блокируем? С помощью иголочек. Вот эти вот сначала вообще выравнивают, красиво раскладывают вот этот вот наш главный срез, да, то есть его раскладывают ровненько, а потом уже отсюда вытягивают вот так вот края, то есть чтобы ажур был хорошо расправился, да, и вот уже тут иголочками можно приколоть вот эти вот места, чтобы они вот так вот красиво высохли, да, вот. Также можно отпарить там, ну, в общем, это зависит, да, от вашего материала. Вот, вот и все, наша шаль готова. Это очень простой вариант, очень легкий, но в то же время, мне кажется, довольно-таки женственный, красивый и даже где-то романтичный. Вот. По такому принципу вы можете связать совершенно, да, любую шаль полукруглую, то есть вы можете, ну, там, я не знаю, пустить какие-то полосы сюда, там, я не знаю, это уже зависит от вашей фантазии. Также, как я уже говорила, вы можете выбрать совершенно любую кайму, широкую, узкую, там, да, можно сюда какие-нибудь кисточки там приделать. В общем, это уже все зависит от вашей фантазии. Я вам показала главные принципы, как вяжется тело полукруглой шали и как привязывается к открытым петлям наша кайма. Вот и все. Я надеюсь, что у вас все получилось. До новых скорых встреч. Всем пока-пока!